4 в одном. Муниципальное предприятие Чистого города закупило универсальный погрузчик «Амкадор», который в разные сезоны способен выполнять работу по благоустройству. Зимой убирать снег при помощи ковша и отвала, а осенью пересаживать деревья. Приобретение техники стало возможным благодаря помощи компании «Лукойл», перечислившей средства в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа. Это яркий красавчик, который в конце сентября появился в автотранспортной семье Чистого города, настоящий трудяга. Сегодня при помощи ковша он убирает снег на улице Калмыкова. Не встанет работы и при смене погоды. Все, что нужно, поменять насадку. Здесь можно в течение минуты поменять оборудование на требующееся. То есть, грубо говоря, выпало большое обилие осадков, и эффективнее будет использовать шнекоротор. Вот, следовательно, в течение минуты меняется оборудование ковш на шнек и проводится работа по расчистке. А это навесное оборудование для пересадки деревьев. Сейчас оно зимует в гараже Чистого города, но в летний сезон, отмечают сотрудники предприятия, будет востребовано. Преимущество трактора, который был закуплен на средства компании «Лукойл», перед классическими моделями «Амкадоров» очевидны. Данный погрузчик отличается тем, что благодаря гидравлической системе и системе быстрой смены оборудования можно использовать разное оборудование. То есть это пересадчик деревьев, ковш, шнек, щетка. Тем самым данная универсальность нам позволит более качественно выполнять многие виды работы. В будущем планируется развивать функционал машины. Для этого на предприятии планируют приобретение дополнительного навесного оборудования. Иван Никонов, Мария Владимирова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».